Привет, Дима. Хочу поздравить апрель с расследованием. На моей памяти это первое расследование. Возможно, я не права, возможно, у вас было раньше. Можешь рассказать мне, чему оно было посвящено, о чем там рассказывалось? Добрый день, спасибо за поздравления. Да, это расследование было связано со строительством домов для ГКНБ. То есть это такая тема, которая Очень последние актуально. годы очень актуальна. Как бы тема была интересна тем, что глава ГКНБ периодически заявляет, что не тратится ни тыина на бюджет, а из бюджета на строительство домов для ГКНБ, и между тем эти дома периодически открывает, он сам открывает, то там, то тут. Ну и в частности мы обнаружили полгода назад, мы обнаружили, что два дома на Иссык-Куле были построены за счет Иссык-Кульского фонда развития, основная цель которого – это социально-экономическое развитие Иссык-Кульской области. В первую очередь социальное, то есть насколько на моей памяти всегда было, что этот Иссык-Кульский фонд должен заниматься строительством школ, больниц или поддержкой школы, больниц, детских садов и так далее. Ну вот, а тут выяснилось, что Проблем да, что... со школами очень много в регионах. Они Да, и Иссык-Кульская область, она один из лидеров по этим проблемам, почему-то так складывается, как мы выяснили также в ходе расследования. То есть там очень много таких проблемных школ, очень много проблемных больниц, но мы это постарались тоже отразить в нашем расследовании, чтобы зритель понимал, почему мы так сильно педалируем эту тему. Давай уточним для наших зрителей. Это ты говоришь дома ГКНБ, ты говоришь про офисы ГКНБ в регионах, а не про квартиры для ГКНБшников. Но в нашем расследовании речь идет именно о жилых домах для ГКНБшников. То есть это очень хороший, например, дом в Чолпон-Ате на 4 квартиры. Это особняк двухэтажный. Там прилегающая территория большая, около 15 соток. То есть там по проекту детская площадка, сквер. Дом рассчитан на 4 семьи, получается. 4 трехкомнатные квартиры. И ровно 100 метров до берега Сыкуля. То есть это очень живописное место, очень живописный залив. Чулпан-Ате. Очень хорошее место. Да. Ну и в селе Кызылсу, это южный берег Иссык-Куля, там очень большое село, оно крупнейшее на южном берегу, по-моему. Там тоже хорошие 4 трехкомнатные квартиры в этом доме. Давай объясним нашим зрителям, что это не претензия к тому, что ГКНБшникам выдают жилье. Там Да, зарплата мы... сотрудников Да. госслужбы очень маленькая, купить жилье нереально, поэтому им строят На самом жилье. деле, да. На самом деле это очень здорово, что в Кыргызстане строят жилье для силовиков. Это не только ГКНБшники, но и надо понимать, что и в структуру ГКНБ входит, например, погранслужба, то есть пограничники, те, кто защищает границы. Строят дома офицерам, МЧС и так далее. Это очень здорово, это правильно, потому что там на свои зарплаты они уж точно не смогут купить себе квартиры. Вот, Проблема финансирования. мы говорим о том, что, ну, например, согласно закону об органах национальной безопасности, финансирование в целом службы национальной безопасности должно осуществляться из республиканского бюджета. Поэтому сразу возникает вопрос, когда там Камчыбек Ташиев говорит, что мы строим на деньги спонсоров, это сразу вызывает вопросы у нормальных журналистов, у нормальных общественных деятелей. А что это за спонсоры? И как потом нужно будет ответить этим спонсорам? Не возникает ли конфликта интересов? Не получается ли, что ГКНБ окажется в какой-то момент в заложниках у этих спонсоров? Да? То есть ответа общественность на эти вопросы не получает. Ну и важный момент, все-таки приоритеты. Нужно понимать, что когда у тебя там цели Иссык-Кульского фонда развития – это социально-экономическое развитие области, и когда у тебя там под боком сыпятся потолки в школах, а ты строишь особняки для ГКНБ, это не совсем как бы правильная расстановка приоритетов, скорее всего. Мы это так понимаем. То есть на самом деле все, что там делается, оно делается в рамках закона. То есть мы пытались там найти какие-то незаконные, ну, что-то, что противоречило бы букве закона, на самом деле все по закону вроде бы. И дома эти по закону строятся, да, и фонд Иссык-Кульский может действительно выделять деньги на поддержку правоохранительных органов. Но просто когда у тебя действительно там дети сидят под такими опасными потолками в школах,
то нужно думать в первую очередь об этих детях. И когда у тебя там рентгенаппарат, единственный на весь Тюбский район, которому 40 лет, 50 лет, и он окончательно уже сломался, и никто не может решить эту проблему с рентгенаппаратом, в то время как на нас тут надвигается очередная волна коронавируса, и эта проблема нерешенная остается, то это как мы понимаем, это нецелевое расходование средств. При Джинбекове, Тамбаеве, я просто помню, что до Тамбаева на самом деле квартиры очень долго не выдавали сотрудникам ГНБ, у них была бесконечная очередь, где никто не двигался. И вот при Атамбаеве и Джинбекове квартиры выдавались довольно много. При них это шло из бюджета финансирования. Да, мы поднимали, то есть мы нашли несколько объектов, построенных вот при Атамбаеве, при Джинбекове. Там были тендеры, но не по всем объектам. Были тендеры, которые выигрывались, и тендеры эти объявлял сам Госкомитет национальной безопасности, то есть на свои бюджетные средства, выделенные из бюджета. То есть там мы не нашли, чтобы было что-то такое. Но это получается при Джейнбекове уже Иссык-Кульский фонд начал строить дома, потому что первый тендер был объявлен в 2019 году. То есть мы не можем говорить, что этот Ташиев придумал эту историю, да, с тем, чтобы Иссык-Кульский фонд начал строить дома для ГКНБ. Это первый тендер был объявлен в 2019, там его отменили, потом заново провели, и это уже пришлось на время нового руководителя ГКНБ Ташиева. А он уже открывал эти дома, так скажем. Он уже принимал эти стройки и говорил там, что вот мы еще построили дома для спецслужб. Как вы искали данные для расследования? Потому что сейчас были приняты различные законы, которые делают эту систему очень непрозрачной. Очень сложно теперь узнать, кто взял тендер, был ли тендер, на кого что записано, как сделано. Всей прозрачности кыргызский бюджет теперь лишен. Как вы искали данные? Мы успели. Да, на самом деле мы успели. То есть все лежало на поверхности. Мы просто вбили в портал госзакупок, в поиск портала госзакупок 4 буквы ГКНБ. Нажали на поиск, и нам выдало сразу там несколько страниц ответов на наш запрос поисковый, и в том числе все тендеры фонда развития Иссык-Кульской области по линии ГКНБ. Они сразу вышли, и, в общем-то, я вчера проверял, они до сих пор открыты, и на портале госзакупок мы нашли тендерную документацию, которая включала в себя по некоторым объектам, по одному из домов, например, там карту расположения дома, то есть там была указана точная локация, где этот дом находится, точная эскизы этого дома, планировка этого дома. То есть это была тендерная документация для подрядчиков, для потенциальных подрядчиков, чтобы они могли посмотреть и определить свою стоимость. Вот. Ну, по нашим оценкам, тендеры были проведены честно, то есть мы там ничего не нашли такого, что ну, какие-то нарушения тендерной процедуры проведения тендеров. Мы с юристами также консультировались, показывали им эти документы. Как бы там все прозрачно, все хорошо прошло. То есть я еще раз повторю, как бы нарушений закона формально нет во всей этой истории. Все действуют по закону, а школьники до сих пор учатся в кабинетах, где падают потолки. Да, тут главное этические вопросы, я так понимаю. Не было ли... Мы искали еще дополнительную документацию, мы ездили туда, на эти места, мы общались с руководством Иссык-Кульского фонда, отправляли им дополнительные запросы, в ГКНБ отправляли запросы. Мы пытались у них получить их реакцию, в том числе по этическому вопросу, и у ГКНБ, и у фонда развития, но они почему-то не стали нам отвечать, давать какой-то внятный ответ по этим вопросам. Я что заметил, ГКНБ отвечает охотно когда на запрос, когда у них есть четкие законные обоснования. Например, по одному из объектов, который в городе Каракол построен дом, они нам сразу дали ответ, исчерпывающий совершенно, что этот дом был построен там в Караколе на средства бюджета, все в порядке.
Мы этот ответ получили. Когда мы писали запросы, уже связанные даже с фондом развития, мы просто не получали ответ. Или получали один, однажды нам ответили двумя словами, без комментариев. Все. Вот, вот такой был ответ. А Иссык-Кульский фонд отвечал тоже неохотно, и как бы, хотя вопросы мы им ставили конкретные, и эти вопросы мы потом озвучили в нашем расследовании. Там, например, почему один дом получился в два раза дороже. Да, мы так и не понимаем до сих пор, почему два примерно равнозначных дома по площади, там, по квартирам, по количеству квартир, почему один из них в два раза дороже получился. До сих пор это как бы ответ, этот вопрос до сих пор стоит без, остается без ответа. Ну и фонд тоже не отвечает. Они отвечали отписками в таком ключе, что если вы там хотите получить от нас ответ, обращайтесь в суд, и мы по решению суда дадим вам ответ. Хотя, по идее, нет никакой проблемы, и по законам они должны вам ответить в довольно короткий срок. Да, конечно, да и если бы они нам ответили, мы бы этот ответ включили в наше расследование, и все было бы здорово. И к ним было бы сейчас меньше вопросов. А сейчас вам не приходят претензии за ваше расследование от госструктур? Почему вы это Нет, сделали? Пока ничего не было. Может быть, что-то готовят, может быть, какой-то ответ готовят. Не знаю, мы как бы ждем, мы с удовольствием опубликуем любое опровержение, любую информацию, которую они, эти госорганы, дадут, госорганы или другие органы, вовлеченные, да, в это расследование, с удовольствием опубликуем их сторону. Мы, в общем-то, ждем этого. Собственно, вы и запрашивали их сторону, чтобы опубликовать ее, но... Как мы знаем, когда ты делаешь расследование, стороны зачастую не хотят давать свою точку зрения. Когда расследование выходит, они очень хотят поговорить и сказать, что все неправы. Спасибо большое, Дима. И а вам спасибо. Надеюсь, дальше будет еще больше расследований, потому что последние годы в Кыргызстане потрясающе развивалась расследовательская журналистика и дата-журналистика. Спасибо вам за поддержку.